коротко. Ребят, меня радует Дмитрий Нак. Вот он хорошо разобрался в ООП, я смотрел, киви копал, а теперь с формами. Уперся в домашнее задание, и я вижу, где-то там поплыл. Вообще, самый лучший способ, который я видел обучение за эти годы, это точное формулирование вопросов. В принципе, если для обучающегося сформулировать вопросы в той последовательности, которая нужна, то, в принципе, все становится на места довольно быстро, да? Что я и сделал. Предлагаю ребятам другим школы с Дмитрием выполнить это домашнее задание, да? Вот, ну, остановите, почитайте, ну, а ребятам я сброшу в группу. То есть я сформулировал то, что где, ну, то есть прописал, что надо разобрать. И так далее. Ну вот, первая часть задания, в принципе, он прислал. Видно, что писал сам, потому что здесь нет строгого технического языка, а есть его язык, да? Ну, вот тут немножко, конечно, для ребят будет запутано, я понял. В любом случае, ну, как объяснил, так объяснил. По крайней мере, объяснил своими словами, я понял. Моя задача была, чтобы он разобрался вообще, где, в конце концов, создается HTML-форма, что ее создает, валидация, я думаю, он дальше нам опишет и так далее, и так далее. Ну, вот он пытался сделать, но, ребят, самое главное, что здесь, да? Дима ответил на вопросы и для себя уяснил, по сути дела, при создании формы, да, что на каком этапе происходит. Теперь смотрите, вся магия изучения Джанго. Запоминаем фразу. В любом фрагменте Джанго надо разобраться один раз, но разобраться хорошо. И все. Это будет на всю жизнь. Ну, давайте почитаем. Когда мы заполняем форму, у нас приходит по цепочке, сопоставляем форму с реквестом. Request, так как мы отправляем страницы методом post, ну правильно, вот это правильно, да, с нашими данными, request post, request files, request post создаст HTML-форму из Django, ну вот, это уже интереснее. Эта форма проверяется, валидная она, невалидная. Что такое валидация, надеюсь, Дима, от вас дальше услышать очень конкретное определение. New content form save commit false. Вывести данные формы пока не сохранять, запросить пользователя, new content user, request user, чтобы знать, кто создал пост новость, ну да, вот видите, молодец, вот объясняю своими словами, это мне нравится, понимаете, сам вижу, что сам понимает. Сохранить формы на странице, чтобы не оставаться на этой же странице, перенаправляем на созданную пользу страницу при помощи редиректа. Видите, да, пусть объясняет своими словами, но ведь он понимает, понимаете, технический язык, он быстро потом подтянется. И это все считываться будет моментально. Ну вот, я ему написал. Вижу, что своими словами, это уже круто. Кстати, разберись, чем отличается пост и get-запросы. Да, разберитесь, потому что это веб, это не Django. И жду следующие задания. Дима пишет. Я не то чтобы рад, я очень самый супер радый, потому что неделю жонглировал кусками кода в потемках. Абсолютно верно. Я же говорил, что происходит. Я вижу, что поплыл, да, он, грубо говоря, копирует, но как подойти, ну не знал, видно, как подойти вот к этому фрагменту, да, на самом деле, то, по сути дела, простейший вопрос, когда знаешь, как подойти, да, и поэтому сформулировал, видно же всегда. Сейчас проговорю, кусками кода, теперь понимаю значение каждой строки, но надо работать дальше, найти ошибку, чтобы редактировать новое фото. Я все домашние задания выполнял сам, но это я вижу, Дим, это 100% я вижу, потому что здесь это твое понимание на данный момент, а не технический язык. Самое главное, что я вижу, что вы понимаете, о чем пишете.
Надо ясность появилась конкретная. Вот что самое важное. Теперь надо вас облагодарить ответами на вопросы, работаю над ними. Абсолютно верно, для меня это огромнейшая благодарность, потому что я понимаю, что это домашнее задание поможет многим людям. Ну, я написал Диме, ну вот видите, все довольно просто, если в правильном порядке разбирать. В Джанго на самом деле, если это на самом деле самый такой суперовский метод обучения, когда, допустим, сначала человек посмотрел видеоурок, он уловил, в принципе, основы, да, но той ясности пока не приходит. Почему? Потому что не пропущено через личный опыт. Вот для ребят, которые в школе выполняют домашние задания, то есть стараются в группе много работать, я этих ребят направляю. Направляю каким способом? Ну, очень простым. На моментах, которые важны, вот, допустим, сейчас Джанго формы, да, формирую вопросы, то есть в определенном порядке и... В вопросе заложен, в принципе, ответ. Поэтому, вбив, конечно, в поисковик эти вопросы, легко находишь ответ. Но этим самым складывается в голове совершенно все быстро. Моя задача добиться того, чтобы у Дмитрия вот эти этапы написания кода, основные, да, они не меняются. Будет там меняться нечто в этой строке, здесь могут быть какие-то методы добавляться, но по сути дела сама конструкция, она будет всегда однотипна. И в ней надо разобраться один раз, но разобраться так, чтобы понимать, о чем идет речь. Понятно, что следующий этап идет тот, что, вот я уверен, так как в домашнем задании, и я здесь обратил внимание Дмитрия, я дал ему еще очень хорошо поработать в API. И, Дим, обрати внимание, я вам это еще и писал, да? Где-то я писал. Это надо на это обратить внимание. Да, вот, уделите большое внимание API форум. То есть теперь я четко знаю, что Дима, проработав вот эти ссылки, да, и уделив больше немножко внимания API, и желательно, Дим, проработать Юпитере, чтобы этот код можно было сохранить, вернуться, потом вспомнить или где-то усложнить, да, то дальше пойдет жонглирование у Дмитрия с формами очень простое. То есть формы для него будут раз и навсегда, смысл понятен. Вы же знаете, вот по жизни как, вот чего-то там новое хочешь изучить, главное понять что? Контекстный смысл, то есть основу, да, из чего строится. А уже дальше на этой основе дорабатывается, усложняется. Так, сейчас подумаю, чего я еще хотел сказать. В чем польза? Смотрите, польза теперь для каждого участника школы, да, который чего-то недопонимает. Допустим, Дима проделал, но в любом случае каждому участнику школы я рекомендую проделать то же самое, да, те же самые вопросы, но объяснить своими словами и именно написать свое объяснение и сбросить сюда. Пусть оно будет отличаться не так, как там, ну, по-вашему, да, не стесняйтесь. Здесь двоек не ставят, в угол не ставят. Мне важно одно, чтобы вы читали код. Поверьте мне, ребят, технический язык, он быстро накроет вас и придет. Он сам втянется к вам, да, вы сами будете говорить на этом языке. Пока... Первично должно быть ясное понимание. Есть ясное понимание, все, доработал с API, тема в кармане. Ну и давайте посмотрим, сложно ли это. Вот Дима вам сказал, ясность наступила, да, на самом деле не сложно. Ребят, подождите, ну неужели так сложно? Давайте откроем справку Джанго. Ну, много тут? Да нифига, на самом деле, немного. Если так посмотреть, ну вот Дима формы отработал, да?
По сути дела, сейчас доработает API. И там где-то уже работа с виджетами, формсет. Но формсет я покажу отдельно. Вот, мое любимое занятие — формы из модели. Он, в принципе, тут это и делал. Тут это все вещи простые. Грубо говоря, когда понятно само представление, то дальше дело техники. Чего-то добавить, удалить, это уже... Ну, а дальше посмотрим давайте. Ну, вот, по сути, блок... значит, URL и представление. А на основе чего они делаются? Правильно, на основе понимания моделей. Ну, в модели тоже, ну, не так много разобраться. Ну, хорошо, пусть создание самой модели разобраться, типы полей модели, мета-опции, выборка. Ну, в принципе, и все основное, да? На основе этого мы и пишем представление. Вы разобрались там, что является... часто использованы функциями, разобрались, здесь самое главное, уделили вниманию выборке. Ну, в принципе, сейчас буду давать курс. Тут ребята писали, хочу уделить больше в курсе внимания именно связям. Сделал сначала по связям, потом... На самом деле не так много основ Django, которые надо понимать просто очень глубоко. Остальное просто используется, как говорится, сходу. Все, ребят, спасибо. Для тех, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-tut.ru. Обратите внимание, новости ВКонтакте. spb-tut. Вот. Я не знаю, когда вы смотрите видео, поэтому, ну... На данный момент я этот сайт переписываю, да, полностью по-другому, поэтому, возможно, вы увидите другую картинку, если смотрите это видео. Но начинать надо с этого сайта. Писать будете. Все, спасибо за доверие. Просто последняя мысль, крайняя, да, этого видео, что ведь все реально. Ведь человек не так давно пришел, но... Вот способ занятия. Сейчас еще одну секунду. Я дам эту ссылочку сейчас в описании. Просто здесь дам в описании рождение нового программиста. Посмотрите там видео про Диму Нага, да? Вот он дал, я им в 18 году был задание, но к этому заданию надо было проделать Kiwi, изучить ООП, и вот пока он к нему подбирался, он не забросил, а он все это вот прошел и выполнил домашнее задание с таким восторгом. Конечно, хочется помогать, да? А вот и я вам говорю. То есть все совершенно реально. Что надо? Надо просто заниматься. Заниматься по шагам, заниматься в своем ритме, заниматься в своем темпе. И быть в группе — это самое важное условие, быть в группе. Потому что в группе вы всегда будете получать код, лучше использовать отдельную почту Gmail. И создавать папочки. Там по формам в одну папку, по моделям другую. То, что захотели разобраться. Раз, ага, проходите модели, а что там ребята отсылали. И так далее, и так далее. Быть в группе и делиться. Ну, а тем, кто очень активен, как-то, как ребята Сергей Осачий и Дмитрий Наг, то я таким ребятам, конечно, именно ставлю вопросы, понимаю, что ребята, которые менее активны, но тоже занимаются в своем темпе, они все это проделают и тоже будут знать. Спасибо, все получится.